Эпидемиологическая служба Брестской области накануне отметила 70-летний юбилей. За годы кропотливой работы пройден сложный путь, и на сегодняшний день достигнуты высокие результаты. Проведено множество профилактических, информационных и практических мероприятий, направленных на предотвращение и диагностику различных угроз здоровью человека. Сегодня санитарно-эпидемиологическая служба Брестской области отмечает свое 70-летие. В 1944 году она была создана и до настоящего времени работает на благо наших людей, нашей родной Брещины. Если говорить об истории, то в те далекие годы у нас в области создавались бригады прививочные, противоэпидемические, профилактические, для того, чтобы выезжать в сельские населенные пункты, в отдельные поселки и проводить все необходимые мероприятия, направленные на ликвидацию опасных болезней. В санитарно-эпидемиологической службе Брестской области работают специалисты высокого уровня. Врачи-гигиенисты, эпидемиологи, врачи-лаборанты, валиологи. Профессионализм – главное качество, присущее специалистам данной организации. Именно благодаря их знаниям, кропотливому труду, инноваторским идеям, а также современному оборудованию, сегодня наш регион занимает одно из лидирующих мест в сфере профилактического здравоохранения. Сегодня в составе санитарно-эпидемиологической службы области 278 врачей и 713 средних медицинских работников. Сюда входят не только те врачи, гигиенисты и эпидемиологи, которые занимаются профилактикой болезней, занимаются надзорными мероприятиями, пропагандой здорового образа жизни, но сюда входят и врачи, фельдшеры-лаборанты, просто лаборанты, микробиологи, которые занимаются лабораторными исследованиями продукции, воды, почвы. История санитарно-эпидемиологической службы – это значимая веха в развитии нашего региона. Несмотря на изменения форм и содержания работы, на протяжении всего периода становления сегодня структура активно работает, решая проблемы жителей Брещины. Слаженность и профессионализм, серьезный подход к делу специалистов службы – гарант обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения области. В связи с праздником я бы хотела искренне поблагодарить всех специалистов санитарно-эпидемиологической службы области, всех ветеранов, которые ушли с нашего коллектива на заслуженный отдых, за самоотверженный труд, за верность профессиональному долгу. София Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.